Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Don't Starve Together. Так, я не понял, а где мы? А, все-таки остались на том же месте. А с чего вдруг, если нас все время крутят-вертят? Почему сейчас решили оставить? Нас же все время телепортировали домой. Придется обратно бежать. Ладно, это, конечно, плохо. Но что поделать? Короче, что в итоге сейчас было? Я забрал, наконец-таки, диплом с универа и... Насчет работы, я подумал, что-то, ну, такой себе вариант сейчас. Людей не хватает, в итоге ты один за нескольких человек должен работать. Это напрягает, это 3200 вообще не стоит. Так вот, короче, я подумал, ну, такой вариант сделаю. Попрошу либо уволиться, либо чтобы меня повысили. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда? Я ж тут сижу, разговариваю, что ты лезешь? Остань, Эбигейл, спасай. Все, спасай. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, либо чтобы повысили. И знаешь, у меня уже в душе была надежда, что все-таки этот... Что все-таки уволиться можно будет и отдохну хотя бы летом. Нет, все-таки повысили, и теперь мне завтра... Ну не, уже получается... Ты будешь смотреть третьего, ну получается второго... Короче, получается все-таки... Придется с повышением идти работать. Ну хорошо, так хотя бы чуть-чуть лучше. В данном случае они работают уже... Так, это как-то так должно быть. В данном случае уже работают не по 12 часов, а 6-9. Но это зависит от количества работы. Дается общий объем работы на всех сотрудников. И если быстро успеют все сделать, то и раньше пойдут домой. В целом, я посмотрел, они зачастую раньше уходят. Вот в субботу вообще ушли не в 9 утра домой, а в 4 ночи. То есть намного быстрее, получается, справляются с работой. Так что это, как по мне, прям вообще отличный вариант. Да, согласись? Вообще отлично, если еще раньше получится уходить домой. Но теперь зарплата зависит не от... Ага, быстренько. Не от ставки, то есть тебя в любом случае столько-то в день платят. А зависит от того, сколько ты сделаешь. Но я поспрашивал у остальных. В среднем, кто долго работает, они получают 5-6 тысяч в день. А кто только начал работать, у него выходит в день... Да блин, подожди. У него в день выходит 4 тысячи. То есть вот так примерно выходит, но в целом норм. В целом сойдет. Так, давай соберем все. Лягушачьи лапки не получается, ну и не надо. А в тебя может есть мясо или что-то еще положить? Ничего нет. Ну и ладно, просто пошли тогда. А что, нельзя переложить? О! Короче, даже если 4 тысячи будет, это уже в любом случае больше, чем 3. И работать уже надо не 12 часов, а 6-9. Ну, когда как. Как по мне, так намного лучше вариант, намного. Так что там попробую, у меня сейчас 4 смены будет стажировка. Они в любом случае тоже оплачиваются. Так что то, что стажировка, просто жилетку желтую поношу вместо... Какой у меня была красная, сейчас на оранжевой, вот. Ну, какая разница в целом. Но я надеюсь, сейчас хотя бы выпуски уже буду нормально выкладывать. Какие-нибудь длинные супер-хардкорные уровни. Ну, типа ПВЗ, там сложные моды, я... Естественно, пока что не буду выкладывать, а вот с остальными вещами в целом вполне можно, правильно, как-нибудь уложиться. Так, вот эта вот сгнившая рыба вот сюда вот. Ну что у нас, аптечки пускай будут, это пускай будет. Это нам не нужная вещь. Угу, вот здесь было местечко. Так что посмотрим, как оно все дальше пойдет. Но в целом, надеюсь, сейчас хотя бы напрягаться меньше придется. Единственный минус, я не понимаю, как я домой буду добираться просто в 4 ночи, это такси, что ли, придется вызвать, ну, жирно слишком. Ну, посмотрим, короче, может договорюсь, кто-то по дороге тоже домой будет ехать в ту же сторону, может быть, посмотрим. Так, давай это собираем, делаем так, хорошо. Яйца закидываем сюда, так, надо поесть, а то совсем чуть-чуть осталось. Давай так, рыба, мясо, и вот это монстр мясо, хорошо, теперь... Делаем вот так вот. Так. Не, пополняйся, нормально. Так, а если... Ага. А где мясо? А, стоп, а что у меня этот рюкзак? Я не понял. Подожди, а где остальные ресурсы, которые я брал? Вы что, не взялись, что ли? Ах. Так, тефтельки, это, конечно, хорошо. Сейчас похаваем. Угу. Короче, с видео, надеюсь, теперь наладится. Плюс-минус 1:20, наверное, каждый раз будет. Но не знаю, опять же, как по времени будет получаться. Угу.
Надеюсь, будет нормально получаться по времени. Ну, по крайней мере, должно же сейчас, надеюсь, получше уже выходить, правильно? Сейчас же уже меньше по времени работать надо будет, но... Посмотрим, короче, как выйдет. Надеюсь, теперь график наладится, потому что... Ай-яй-яй-яй, не ешь, ну зачем ты это сделала? Потому что сейчас ты видишь, да, вообще кошмар. Еще и не каждый день получается выпускать, ну как? Когда ПВЗ, когда ДСТ, когда как получается... Сейчас, надеюсь, все нормально будет. Так, давай-ка еще готовим побольше тефтели, они нам пригодятся, надо будет есть. Сейчас на корабле еще поплаваем. Соляные острова мне надо найти, сказали. Сейчас поищем. Давай, так. Нам надо еще поспать, чтобы адекватности восстановить. Что там, до ночи еще много времени. Муху я, наверное, все-таки весной буду уничтожать после дождя. Потому что, нет, я не вижу вариантов. Но это не то, что я хотел бы сделать. Ладно, пускай так. Потому что пока что я не вижу вариантов, как драться с мухой. Зимой это вообще плохой вариант. Это просто отвратительный. Давай, так. Не, эти тефтельки забери, они мне понадобятся. Так, собирай кашицу. Собирай это. Так, рассудок падает, а уже и ночь. Уже можно в целом поспать. Жара опять вернулась. Опять плюс 36, плюс 38. Задрала просто эта жара. Вот оно, глобальное потепление, видишь, кошмар. Ну как, потепление это опять же не совсем правильный термин. Там скорее из-за изменения климата зимы станут холоднее, становятся холоднее. Лето наоборот жарче будет, все больше дождей будет, ураганов, короче, с климатом вообще жопа сейчас будет. Это отвратительно, надо, надеюсь... В будущем все наладится, уже смогу на нормальную постоянную работу устроиться и куплю себе дом и кондиционер обязательно, потому что с вентилятором... А где он, кстати? Он там, у кровати. С вентилятором кошмарно, и то я его сейчас не могу включить, понимаешь? Потому что ты будешь все время слышать... Так что сейчас я сижу просто потею, как собака. Сейчас 4 утра, на улице плюс 20. Жесть. Просто дом еще невероятно сильно нагревается. Это июль. Ну ничего, потерпеть. Вот постоянно надо потерпеть. Ну ничего, потерпеть. В сентябре будет уже прохладней. Потерпеть, и скоро это закончится. Потерпеть, то закончится. Задрало вот это вот все. Так, что нам? Сейчас надо соляные острова искать, правильно? Остров обезьян пока не уверен, что стоит искать. А вот соляные надо. И тут два варианта мне написали, что они могут быть либо под старушкой этой, либо над. То есть либо внизу, либо вверху. И как бы... И чё? Ну мы попробуем и так посмотреть оба варианта, а там уже увидим, что правильное. Так, понятно, надо еще лампочек сейчас будет пособирать. Так, корягу убираем сюда. Так, давай-ка тебе посмотрим, что у тебя... Важное что-то есть, веточки, во-первых, делаем так и убираем вот сюда. Лампа у нас есть, все это, все остальное есть. Вот эта вот хрень нам не нужна пока что. Так, остальное все есть по минимуму, да? Все остальное у нас есть, соответственно... Ой, что тут летучие мыши делали? Так, надо собрать сейчас по-быстрому лампочек, правильно? И хорошо, и пойдем мы дальше. Путешествовать, пошли. А, у меня один лишний кремний. Плохенько. Он просто слот занимает. Ну и ладно. Нам нужно мелких ракообразных каких-то там повстречать в море. Они должны нападать на плот, и мы их будем уничтожать. Кстати, говорит, что плот, когда полностью будет в заплатках, он сломается, правильно? И что делать? А что мне делать с мачтой и со всем остальным? Это молотом ломать, но не факт, что сломается, или... И что с этим? Ну все, получается, жопа. Получается, плот надо будет... О, можно тут правой кнопкой мыши нажать, смотри. И он будет этот объект в руки брать. Прикинь, правой кнопкой мыши достаточно вот сюда нажать. Но это, наверное, если нажму, он съестся. Или нет, а ну, ради интереса. Да, она просто съест. Давай так, оп. И вот так, какая она у нас прожорливая. Давай здесь тоже собираем. Сейчас главное побольше лампочек пособирать. Вот, тройные, вот это вот хорошо. Главное, чтобы побольше попадалось за раз. И будет отлично. Но там, по-моему, еще один червь подземный был. Он не уходил, да и мы его не победили. Колючек не хватало на него. Да и он не хотел к нам идти. Да, вот он, червь. Мы к нему подходить пока не будем, пусть спит. Мы его не трогаем, он нас не трогает.
Но там за ним лампочка есть. А сколько она там? А, ну совсем чуть-чуть. Так, берем так. Эбигейл, давай. Ой, как хорошо. Смотри, столько ударов успела нанести. Моя ты красотуля. Молодец. Ты смотри как. Ой, молодец. Сейчас добьешь вообще. Еще не добил. Ну, 20. Давай, давай. Добей чуть-чуть. Спасибо. Молодец. Так, собираем монстр мясо. Тем более нам пригодится. Отлично. Будем еще что-нибудь готовить. Так, что у нас по лампочкам? Все, что ли? Слабовато. Так, снимаем каску. Используем раз, два, три, четыре. Хватит пока что. Так, теперь давай побежим опять к плоту и будем плыть. Правильно. Холодильник, да, мне сказали, нужно на плоту. А мы разве на плоту будем прям столько времени проводить, что прям нужен холодильник? Ну, прям и казан, прям столько. То есть мы не доплыли куда-то, что-то сделали обратно. Нам нужен прям холодильник. Ну, понимаешь, просто если плот сломается... Я так понимаю, если я молотом буду ломать материалы же не все, правильно, вернутся. А шестеренок у нас не бесконечно. Шестеренки у нас закончатся по итогу. И где мы еще возьмем? Вот-вот, подумай над этим. Так, опять вечер. Ой, да плевать вообще. Сейчас побежим к плоту. Давай ягоды. Да, у нас уже в целом все попортилось, поэтому какая разница, где что. Так, один кремний уберем, он нам тут не нужен. Все, трава вот сюда убрана. Все, всякие ресурсы у нас вот здесь лежат. Так, ну все, остальное все отлично. Теперь просто бежим обратно. Тут мы свиных шкурок хоть сколько-то получили. Блин, порубить лес сейчас было бы идеально, конечно. Надо было сначала приручить свинок. Ладно. Сейчас нам деревья не особо-то нужны пока что, правильно? А, ну у нас 13 бревен есть, а в Черчилле, блин, Честере уже, наверное, и нет бревен, правильно? Ну и ладно, куда нам надо бежать? Ага, ну вот так вот сейчас влево по прямой. Это розовым отмечается, или она такая и должна быть? Мы туда и не успели вроде прыгнуть. Она вроде розовым прям отмечается, да, и куда это ведет? Это красная, вот две красные червоточины поблизости. Зачем они нужны вот так? Красная, розовая, синие вижу. Две, а вот розовую что-то вторую пока не наблюдаю. Было бы отлично, если бы вторая розовая открылась на острове Бабки. Хотя мы можем вот так сейчас, это минус рассудок. Ну у нас и так полно, но голод и время, ладно. Потом это проверим, когда назад будем бежать. И я не уверен, Честер к нам тоже. Где, кстати, Бигейл? Но Бигейл, да... Подожди, разозлить. Успокоить? Вот вы где. Что-то вы долго идете вообще. Так, блин. Сейчас еще наверх идти. Зря я сюда, конечно, плотом приплыл. Ну ладно, раз приплыли, то приплыли. Но плот у нас дырявит слишком часто. Слишком часто, я не знаю. А как мы с таким плотом должны плавать? А нельзя как-то усилить, чтобы он не дырявился? Или не деревянный плот сделать, а какой-то покруче? Потому что, ну, деревянные, ну, слишком часто будут разносить. Сейчас еще и зима наступит. Замечательно, зашибись. Так, давай-ка делаем так. Ну, куда? Подними якорь, что ты меня бесишь. Опусти парус. Становись за штурвал. И вот сюда плыви. Подожди, сказали стать за штурвал. Ага, во. О, нет, выдра, 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 валим, валим. Задать направление, левая кнопка мыши, хорошо. Так, хорошо, плывем, ай-яй-яй, только не врежься. Давай лучше отплывем подальше от берега, 142 здоровья, ну из 200, нормально, нормально, пока что не так мало. Так, а куда нам надо плыть? Так, карта перемешалась, вот так она должна быть. Давай попробуем сначала внизу поплавать, потом вверх бабки поплывем. Нам все равно нужно сначала найти, правильно, вот этих вот морских тварей. Надо будет их еще победить. Давай сразу разозлим Эбигейл. Она сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, фонарь. Фу, каска. Давай так. Где штурвал? Вот. Теперь плывем. Ну вот сюда и плыви давай. И посмотрим, куда мы в итоге выплывем. Что ж ты крутишь постоянно? Это вот эта вот хрень, что ли, крутит? Стой. Да слезь, ну бесишь. Прекратить вращение. Да, это вот эта хрень крутит. Но оно тогда нам и не нужно. Это, конечно... Ну, и опять же, молотом не хочу ломать прямо сейчас. Мало ли, вдруг пригодится.
Все, и плывем вот так вот, и посмотрим, куда мы вообще приплывем, что там будет. Блин, уже зима почти настала. Ближе к середине или даже к концу зимы должен прийти этот, правильно, циклоп. Да ладно, туда мы уже не управимся, подожди. Да-да-да, якорь, мне говорят, резко бросай, поздно. А чё ты сюда поворачиваешь? Нет, ты чё творишь? Ой-ё. Так, ну пробоины пока больше нет, хорошо. Но это тоже неудобное очень управление плотом, отвратительно. А драться с крабом, я так понимаю, на плоту же надо будет. Оп, стоять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поворачиваем штурвалом вот сюда, вот именно нам надо будет плыть. Все. Да нет, вот сюда вот поставь. Правой кнопкой мыши прекратить. Поднять парус. Фу, якорь. Надо было тогда якорь поближе ставить, понимаешь? Кто ж знал? Давай штурвал. Вот сюда вот плыви. Ничего не видно, ничего не видно. Да, ночью, конечно, плохая видимость. И маяков никаких нет. Ну и где соляной остров? Ну, понимаешь, тут же карта вот так аж могу отодвинуть. То есть край мира где-то тут должен аж быть, по логике. Иначе зачем такую карту огромную делать? Давай поворачивай, хорошо, аккуратно. Ну так мы плавать долго будем, конечно. Это у нас, получается, весь выпуск на воде будет. Серьезно? Холодно становится? Да, зимой, видимо, нам тоже не до плавания будет. Ну и ладно. Так, и чё? Так, ну пока нормально. Но мы костер, если чё, будем все время разжигать, но мы не взяли достаточно... Быстро, быстро! Вот край мира, я его нашел. Ух! А, опа, 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 течет заплатки, заплатки. Почему они в тебе вообще? Отдай вот так, а теперь вот так. Ну а как? Вот, вот этого я и боюсь, что они вот так вот криво будут... Делаться дырки. Не, куда? Починить надо. Ну, пока что сойдет. Нам еще теплее надо будет делать все. Так, ну до края карты мы дошли, да? Тогда давай наверх поплывем. Все. Теперь давай плывем. Надеюсь, мы сможем выплыть. Ну, по идее, тут должно быть огромное течение, и мы не должны отсюда отплыть. Ну тогда давай вдоль будем плыть, правильно? Чтоб мы полностью карту себе отчертили. Ну неужели за край карты вот этот вот нельзя выйти? Ну не верю. Но по-любому какой-то должен быть тайный способ, когда пройдем всю игру. Потому что все равно же интересует. Интересно, как мы... Что там находится. Давай попробуем пролавировать. Давай, давай, давай. Ну, а чё ты все притормозила? Замечательно. То есть, да, вместо того, чтобы между двух проплыть, мы прям в два вплыли. Красавцы, молодцы. Сразу два за... Круто, молодцы. А чё влага увеличивается? Слышь, дождь, что ли, начался? Да нет. А чё тогда? И она все время повышается, влажность. Так сильно? Ты чё? А из-за чего? Мало здоровья у корабля или что? Ой, да с холодом своим отстаньте. Но мы можем в целом... Бля... Ладно, давай вот так быстренько. И опять пробоина, да откуда она-то взялась? Заделать пробоину. Откуда она взялась? Да, это не смешно. И как нам тут проплыть? Наверное, давай как-то вот так вот. Вот сюда задай направление. Все. И поднимай якорь. Якорь надо, конечно, поближе было поставить. Слишком он далеко. Ой, ладно, все, задрал. Давай вот так. Мы так и согреемся, и высушимся. Вот так вот поплыли, поплыли. Блин, тут много камней. Мы на них сейчас будем натыкаться только так. Так, но мы хотя бы сейчас хоть какую-то часть карты отчертим, правильно? Давай вот сюда вот. Тут камней до хера, да? Давай вот сюда, а теперь вот так, бросай якорь. Все, и давай вот так вот сможем киркой порубить.
Кирку берем. О, можем, отлично. А чё мы с якорем все равно плывем, слышишь? Ай-яй-яй, я все это время каску не снимал, да? Так, давай за руль, за штурвал станем вот сюда вот. Плыви прямо, аккуратно, прямо плыви, прямо максимально аккуратно. Блин, у нас уже очень много заплаток, мы так себя просто сломаем скоро корабль. Все, давай, аккуратно. Поворачиваю вот так вот немножко. Ух, хорошо, пока неплохо идет, все неплохо. Так, давай поедим пока. Все, нормально. Нет, вот сюда вот. Стой, куда ты? Опа, стоп, вот сюда плыви. Там что-то было в воде. Только прекрати дрифтовать вот так вот. Так, я понял, якорь, быстрей. Да что ты тормозишь? Ой-ё. Стоять штурвалом вот в эту сторону. Все, теперь поднимай якорь. А теперь опусти его обратно. Оп, хорошо. Вот это подобрать. Давай, мы же почти доплыли. Капельку остается. Давай. Отлично. Это у нас что? О, это место, новая локация. А, охренеть аж. А, подожди, правильнее даже будет вот так вот сделать. Блин, как карту вот так вот правильно. И вот здесь что-то есть. И что это? Зачем нам сюда показали? Там, где полно камней. Подстава какая-то. Так, а куда нам плыть-то надо? Вверх. Вот сюда вот. Поплыли? Не-не-не, вот сюда вот. Все, теперь поднимай якорь и плывем дальше. Хорошо. Как долго все-таки наматывают. Угу. Так, ну веточки врежемся. Это ж ничего не должно быть, я надеюсь. Блять, мы опять в каске-то. А, сейчас только вечер начался, а не ночь. Я тебе говорю, просто очень темно вечером даже. Очень темно. Где соль? Нам нужно соль добыть зачем-то. И еще что-то, по-моему, там было. Вряд ли только соль ради сундука. А, и стекло должно быть. Но это уже явно над ней должно быть, да? Давай вот так вот аккуратно. Поворачивай. Посильнее. Аккуратней, но сильнее. А, охренеть. Стой, якорь. Не упадем. Жесть. Вот сюда поворачивай. Прям резко в ту сторону, да. И теперь поплыли именно туда. Че, ночь уже настала? А, ну сейчас полнолуние. Нормально, отлично. Хотя бы немножко сэкономим. Шлем шахтера. Давай вот так вот. Плыви в эту сторону. Но сейчас мы хотя бы края карты отделим и все. Это, по идее, в каждой выживалке прям в начале надо делать. Так, пока температура, я понял. Давай быстренько вот так. Быстро, якорь. А, ты чё, перестала опускать? Ты чё? Ты какую подставу сейчас сделала, ты понимаешь? О, а это что у нас? Существа, не, это не то. Вон туда задать направление, в ту сторону. Вот сюда куда-то. Так, это опять эти существа. Ну, не страшно, ладно. На них, надеюсь, натыкаться не будем. Долго, конечно, поднимает. Очень долго. Так, ну мы плывем идеально аккуратно. Вот сюда вот поворачивай. Но это, конечно, заранее надо понимать траекторию. Опа. Там она не особо-то ровно дорога идет. Подожди. Так, хотя бы края карты отделим, правильно? Чтобы понимать, где у нас конец, а где нет. А, можно вместо фонаря, кстати, и вместо шахтерского шлема дрова использовать с костром, правильно? Особенно зимой. Это прям идеальное сочетание будет. Ага. Так, смотри, мы хотя бы край карты отделяем, правильно? Но вот здесь, вот такое вот расстояние, оно зачем вообще? Угу, ладно, плывем. Вот так резко влево давай. Теперь резко вправо поворачивай. Хорошо, плюс-минус дрифтовать можем. Так, это опять выдры будут. К ним даже не приближаемся. Как много, слушай, выдр. Прям очень много. А чем мы дальше не плывем?
А что-то оно в какой-то момент просто застряло, и все. Нам для чего-то нужны были еще эти обломки. Но я уже не помню, зачем. Да и сколько надо было. Ну ладно, есть и есть. Так, шахтерский шлем надо пополнять. Давай-ка пока прямо плывем, и я вот так вот сделаю. Оп, разочек. Нет, ты чего? Ты почему бросила штурвал? Потому что я каску пополнял. Глупое решение бросать штурвал. Так, сколько там процентов? 16. Ну ладно, пускай будет. Че там, остров Бабки далеко нет. А, мы его уже проплыли, то есть, по идее, где-то здесь и должны быть соляные что-то там. Ну, короче, плывем до самого верха. И в самом верху отделяем карту, где у нас она заканчивается. И там уже будем решать, что делать. Да быстрее! Ну, что ты тормозишь? Ой-ё! У-у-у. Да, блин! Пробоина есть? Нет. Хорошо, у тебя были доски? Правильно, досками чиним. О, досками даже лучше чинится, замечательно. Теперь становимся так. Задаем направление в эту сторону. Ты штурвал бы повернула хотя бы. Да, но там аккуратней. Сейчас мы можем упасть. Давай, вот сюда, в эту сторону теперь плыви. Ай, Бигел, ну почему она в передней части экрана летает? Ну отвратительно, ну сделайте возможное, чтобы можно было хотя бы вручную ставить ее сзади. Я понимаю, что некоторым может удобнее, чтобы она спереди, чтобы ты ее всегда видел. Но нахрена мне ее всегда видеть? М? Она же нам жутко мешает. Не Бигел же главный герой, а мы, правильно? Мне нужно понимать, где мы находимся. Ну хотя бы видеть, с чем взаимодействуем, правильно? Так, аккуратно проходим. Вот так, вот так, вот так. Теперь вот так вот. Заходим. Так, холод нам не нужен. Давай прямо. Вот так вот резко поворачиваю, только побыстрей. Ай-яй-яй, не очень-то вышло. Вот туда куда-нибудь плыви. Пока давай спустим якорь. И добавить топливо. Блин, у нас уже мало очень дров. Возможно, возвращаться надо бы. А где поближе? Поближе это вот так. Ну вот как раз таки идеальный вариант, смотри. Вот так сейчас поплывем. По диагонали мы тогда и мимо дома бабки проплывем. И возможно найдем соляные острова, правильно? Не-не-не-не-не-не-не, вверх-вверх-вверх плыви. Все отлично, и так мы проплывем и по диагонали. Так, мы хотя бы правильно смотрим. Ну вот сюда вот нам надо пришвартоваться. И будет идеально. Вот сюда, прям в эту сторону направляй, хорошо. Так, теперь в эту вот сторону направляй, в противоположную. Так, поворачивай, хорошо, давай, давай, давай. Как же тут много этих каменных. Вот и пиратские, опять же, камни. Так, это нормально, один камень хотя бы вынесли, блин. Второй, это, конечно, много. Стоп. Так, заплатка. Давай залатать пробоину, хорошо. Теперь берем, дальше плывем. Так, это вечер, только не ночь, не путать. Так, ну это мы прям на остров Бабки плывем. Как будто фильм ужасов какой-то. Остров Бабки. Никто не уйдет худым. Так, аккуратней. Ну, что-то я пока не вижу ничего полезного, кроме острова Бабки тут в море. Получается, только она будет, и все. Ну, в игре главное же тут что, боссы, правильно? То есть, она нам даст босса краба, все. Кто-то еще тут будет? Потому что пока что вообще ничего. Абсолютно ничегошеньки. Так, аккуратно, в эту сторону. Давай, греби, 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 выворачивай, давай. Хорошо, хорошо. Теперь в эту сторону обратно возвращаемся. Да-да-да, тем более там опять камень. Вот прям вот сюда давай. Хорошо, нормально. Да, мышкой поудобнее будет, чем в ВСД. Тем более в ВСД тут не как в гонках, куда нажал, туда и плывет, а она еще разворачивает именно в эту сторону. Еще и как-то странно разворачивает, поэтому так не особо-то удобно. Еще и карта, на сколько она поворачивает? На 45 градусов, что ли? О, нет-нет-нет, дом норок, не-не-не. Да, задрали. Вот этих пиратских камней мы уже сколько повстречали. Уже начинайте бесить, где пираты? Быстрей, аккуратно. Фу, мяу.
Опа, 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 что-то открыли. О, неужели? Стоять. Бросаем якорь. Ух ты, ультра-мега-станция какая-то. Нет, что-то ты рано брызг... Слышишь, а что так быстро опустила якорь? До этого хер опустишь? Все, опустить якорь. А что так? А, наверное, мелководье, поэтому. Эх, костер, ну ладно. Ух ты, вот это... Логово пиратов, что ли? Идти к пушке зарядить. У логово пиратов, скорее всего. А, обезьяны-пираты. Да-да-да-да-да-да. Берем мясную биту, наверное. У нас брони с собой нет, да? Вау, портал какой-то. Да, блядь, задрали, ну... Ну реально, и что делать? Твою мать. Костер. А нигде у вас тут согреться нельзя, ребят? Все. Все. А, это портал спавна обезьян. Ой, а тут есть король обезьян. Наверное, не стоит трогать. Она будет атаковать? Будет, смотри, тогда трогай. Только короля, наверное, не надо трогать. Здорово. Королева обычно не чишет свои спины. Но... Угу. Не увидел. Блять. Все, мы хотя бы нашли остров обезьян, правильно? Хотя... Да, твою мать. Где? Поставь костер. Блин, ночью, конечно, зимой не получится попутешествовать, конечно, нормально. Но мы хотя бы нашли, правильно? Этот остров обезьяний. Оно, кстати, так близко к бабке. Ладно. Это как повезло мне, прикинь, что я ночью приплыл. Сломанные механизмы, а ну. Лунной пристани. То есть, подожди, тут и луна, и... Это и лунный остров, и база пиратов. Это два в одном, что ли? Или так и должно быть? Ой, ну заколебете. Ладно, без термального камня я вас понял. Хер я тут что сделаю. Ладно, пора, наверное, убираться отсюда, правильно? А вот это, ну что это? На секунду я позволила себе подумать, что он может вернуть меня домой. Когда я уже научусь? Ну холодно, холодно. О, это портал, который всякую всячину дает. Круто. Так, ладно, побежали домой. Срочно надо валить домой. Они сейчас проснутся, с пушек будут херачить. Поднять якорь. Валим нахрен отсюда. Лунные соленые острова, конечно, мы не нашли. А, парус опустил. А кто? Я, что ли? Когда я опускал? Мы хотя бы не нашли... Мы не нашли соленые острова, но хотя бы так смогли, правильно? Так, вот сюда куда-то надо поплыть. Куда-то вот сюда вот. Ну, хотя бы пиратов нашли, правильно? Они, я так понимаю, в море должны еще мне попасться, атаковать мой плот, правильно? И как в таком случае его защищать? Они же будут стрелять по нему, правильно? Вот, она иногда тормозит и останавливается, ты видишь? Или мне кажется, или что, как будто фризит. Вот остановилась просто, и все, и дальше не плывет. О, еще одно. Давай поднять. И давай, 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 ты добежишь. Ладно, не время баловаться. В эту сторону поворачивай. Все, вот так мы чуть-чуть хотя бы подплывем. Все, давай открываем, смотрим. Ага, вот здесь у нас ни хрена нет. Нахрена вот эти крестики реально? Для чего? С какой целью? Ладно, давай-ка возьмем так. Таудиты. Нам нужно так, чтобы оно вот, вот сюда вот куда-то мы шли. Вот сюда вот. Эбигейл, пожалуйста, ну не трогай ты. Хотя, если вот так убрать, оно будет нас атаковать? Все, не будет, она чисто с Эбигейл дралась. А сколько у Эбигейл здоровья? А, кстати, может и победит. Хотя не факт. Ну ладно, короче, победишь, победишь. Нет, так нет, все, поплыли просто. Потому что эта хрень, мне кажется, дырявить будет наш корабль только так. Мы якорь подняли? Нет. Ну, естественно.
Ой, разошлись в разные стороны, обиделись, ты смотри. Это у нас что, кстати, проклятая безделушка? Блин, нам это будут давать вещи, правильно? От нее несет злом и обезьянами. Давать будет, пока мы королеве обезьян не отдадим бананы, правильно? Мне это говорили. И убрать ее с рук нельзя будет. Ну так, не, либо я не понимаю, как это работает, либо это дрочильня самая настоящая. То, что у нас будут у нас постоянно в руках будет эта хрень. И мы... Да, блядь, задрала. Да, ёб твою мать, опять забыл. Ну, поворачивай, ну все, жопа, конечно, молодец. Каждый раз надо будет, что ли, бежать к королеве обезьян с бананами. Но это задрочит, конечно. И сколько бананов надо? И это выбросить нельзя, да? Зашибись. То есть избавиться мы можем только, если к обезьяне привезем бананов. А на острове обезьян, скорее всего, бананы даже не растут. И мне в подземелье, что ли, надо за бананами идти? По-моему, еще где-то было на... Твою мать. Эбби. Твою мать, да возьми ты. Да у меня нет ни брони, ничего. Вы что творите вообще? Ух ты, прикольно. Шляпу взяли. Нахрен плывем отсюда. Ах вы твари. Можно ударить и отбежать. Они что тут делают, ломают что ли? Ну, день только начался, поэтому не страшно. Вот мы и встретили этих пиратов-обезьян. Команда сервера, откат на денек, конечно. Блять, почти доплыли до дома, обидно. А как мы их должны победить? Это нам с собой всегда броню надо иметь, правильно? Блин, а я броню-то с собой не взял. Ну, они нас замучат, но с другой стороны, они не сильные. Один шлем и одну мраморную броню, я думаю, нам хватит вполне. Правильно. Они еще и нас таранят, уроды, а. И как нам сейчас проплыть мимо них? Блять, а мы откуда? С острова обезьян начнем прям? С острова обезьян, скорее всего, да? Давай заодно посмотрим, есть ли на нем бананы, надеюсь, есть. Потому что сразу избавимся от безделушки. Блин, нет. Ты что делаешь? Ну подними парус. Почему он опущен у тебя вдруг? Подожди, куда мы плывем? Не в ту сторону. Да, нет, мы идеально было до этого. А вот это не бананы, не? Но это нам бутылочка, которая показала вот здесь, вот где-то с песками крестик, правильно? На каком-то из песчаных островов. Но опять же, нахрена нам это надо? Ну нет, сейчас напрягаться, чтобы забрать это я не буду. Нам надо вот так вот по прямой просто плыть, не останавливаясь. Так, опять забыл шлем. Быстренько плывем. Бананы мы где можем взять? Ну, у себя огород, наверное, сделать. Но это тупейший вариант. С огородом этот прям дрочь будет жесткий. А что тогда еще у нас остается? Так, остров это, я так понимаю, бабки. Но сейчас пират, скорее всего, нападут опять. Да возьмишь ты. Стоп, у нас еще Честера. Ладно, пофиг. Палочка Честера пускай тут лежит. И у нас заканчивается, да? 19% осталось. Это что? Это, скорее всего, еще один какой-то босс. Так, но обезьян мы пока уже не видим. Хотя они были ближе, конечно, к берегу. Что-то они так близко к берегу были. А мы, когда вдоль берега бегали, ни разу их не видели. Они на большую землю вообще не сходят, что ли? Так, давай аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Возвращаемся опять на тот же курс. Да, нам осталось совсем чуть-чуть доплыть. И тогда оставим плод до лучших времен. Нам пока что не нужен, правильно? Соляные острова мы не нашли, и нам нужно найти бананы. Это только в подземелье, что ли? И сколько мне нужно проклятых вещей собрать? Только вот так, да? Я думал сделать в рюкзак отдельные проклятые вещи, а потом в рюкзак сбросить. Нельзя. Ну, с проклятой вещью, я думаю, ты понимаешь, да? С мухой драться такой себе. Сколько проклятых вещей мне нужно собрать, чтобы я мог на бананы обменять у королевы обезьян. И тут пишет единичка, значит в этот слот должны все проклятые вещи собираться, правильно? О, у нас там еще один плот есть, офигеть. Давай-ка плыви. О, замечательно, а мы на нем, наверное, до острова Бабки плыли, правильно?
Так, якорь давай. Тут тоже мелководье. Давай соберем здесь все. Так, хорошо, теперь валим. Ну, нет у меня теплых вещей сейчас. Подожди, а докуда нам бежать надо? А, мы вот здесь вот. Ну, в целом, не так далеко, но как нам без тепла справиться? Нам нужен такой, нужны дрова. Дрова у Честера есть. Топор. Рубим дрова срочно и делаем костер. Быстрее, быстрее, нам нужно согреться, главное. Да. Не ссы, не ссы, не ссы, сейчас согреемся. Так, Эбигейл, стоять. Прекрати. Быстро бежим, собираем, что тут у нас есть. Мясо было. А, вы сожрали мясо, что ли? Да ну не надо все, чтобы пингвины сейчас появлялись здесь. Нам надо, чтобы они появлялись у нас... Вот так было примерно, да? Мне надо, чтобы они сейчас появлялись возле дома, а не здесь. Вай, согребайся, 11, 12, термальный камень, конечно, не помешал бы. А мы можем сейчас его сделать? О, можем, отлично. Давай собираем кирку. Термальный камень. Отлично, замечательно. Хотя бы так, бля. С проклятыми вещами, конечно, беда. Беда. Пустую бутылку, по-моему, бабке этой надо отдавать, правильно? Ну, там ей розовые бутылки зачем-то нужны были. Так, все, сколько там камень? 19, 20. Ну, я надеюсь, хватит до дома чисто добежать. Блин, да и печка, конечно, нужна нам. Ладно. Ну, сейчас, объективно, что мы можем сделать? Зимой в пещеры такая себе идея идти, правильно? Плыть. Плыть тоже такой себе вариант. Деревья пойдем пособираем или что? С свиньями подеремся, побольше брони сделаем, чтобы весной уже драться с мухой. Мрамора пособирать. В целом много чем можно сейчас позаниматься. Интересного просто ничего. Так, 25 градусов пока нормально. Это через сколько? Через 4 минуты. О, отлично. Мы как раз таки сейчас можем поспать. Правильно. Чтобы восстановиться. Быстрее. О, вы уже появились. Значит, сейчас лес рубить будем. Хотя он уже, конечно, плохо стал. Так, быстрее. Нам надо успеть и добежать до палатки, пока ночь не настала. Все, вот так вот. Фух, идеально, смотри. Вот зашли в палатку, и сейчас ночь наступает. Ну... Ночь наступает. Ну? Что, не наступит? О, только сейчас, серьезно? Что-то время так долго стало идти. Так. Надо было каску шахтера надеть и уже после этого спать. Она бы в палатке не тратилась, правильно? А вышли бы мы уже со светом. Ну и ладно. Сейчас что нам остается сделать? С мухой будем драться 100% весной. К этому моменту у нас должно быть прям много мраморной брони, много шлемов. Это я уверен уже. Потом, что еще у нас остается? В целом, наверное, больше ничего интересного, да? С пиратами я не знаю, что там поделать. Просто с ними плавать, драться. Такой себе... Подземелье зимой не стоит идти. Зимой и весной, правильно? Санта-Клауса в мешок нужно поискать. Точно, он в каштановом лесу должен быть. Вот пойдем там поищем. Как с ним драться, я, конечно, пока не знаю. Но разберемся, я думаю. Так, ночь у нас слишком долго будет идти. Надень каску шахтера. Хорошо. Давай-ка пока костер... Так, дрова у нас где? Вот тут у нас дрова. Давай пока камень нагреется. А мы пока что сможем шапку зимнюю найти. Где же она у нас была? А, и с моржом надо подраться. Точно, сейчас надо будет сбегать с моржом подраться. Свиные жопы не то. Где у меня зимняя шапка? Вот она. Ладно, наденем ее потом. Так, давай для мореплавания пока уберем все. А у нас ничего особо-то и нет для мореплавания. Да я понял тебя. Убери. Хотя, может, перья уже где-то есть. Да, вот они. Так, дальше. Все остальное нам нужно. Честер, у тебя что? Да в целом тоже все нужное. Ладно.
Тогда каску уберем, пока у нас источник света от костра есть. Это пока камень нагревается, плюс еще шапку можно надеть вот так вот. Хорошо, это сохранять тепло будем. Тефтели раз, тефтели два. Сейчас пойдем драться с этими... С этим моржом, правильно? Банку куда-нибудь можно спрятать пока что, она нам не нужна. Так, хорошо. Дальше, 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 что у нас? Но все остальное нужное, по-моему, весло. Угу, хорошо. Дальше, 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 пока все остальное нормально. Шахтерский шлем вот так пополнили, считай. Все, побежали дальше. Сколько? 52%, многовато, конечно, еще. Ладно, нам сейчас не до этого. Свиней надо приручить, чтобы они дрова побили. Зачем? Чтобы появился циклоп. Зачем нам циклоп? Объясняю. Будем драться с ним с помощью энтов. Давай вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Нужно просто вручную бить циклопа, но это долго, согласись. Это подбежал, ударил, подбежал. Какой дрочь. Так, где у нас еще мясо, которое можно подкупить? Вот, там, по-моему, у нас 4 свиньи и 4 мяса нормально. У нас же 4 их там. Да, блин. Да, 4, идеально. Надеюсь, они энта пока не встретили и не подрались с ним. Сейчас надо будет и мясо потом получим со свиней. Надеюсь, шкурки даже, а не мясо. Давай идти одна. Где еще одна свинья? Вот ты где. Так, теперь берем топор. Рубите. Все, нормально. Возьмем трость, ждем. Даже если появится это энт, это хорошо. Я надеюсь, много энтов появится. Правда, деревьев мы довольно-таки мало сейчас получим, правильно? Ну ладно, хотя бы так. Потом можно взять через shift и выкопать все пеньки, правильно? Чё, только что экран дрался. Ой, дергался. О, 3 энта, идеально просто. Так, стоять. Все хорошо. Ну ладно, сойдет. Хотя и деревьев мы мало порубили, но много нам в целом и не надо, правильно? Сейчас, по крайней мере. Так, 3 энта у нас отлично. У нас появится этот мудак зимний, циклоп-олень. Но циклоп-олень, главное, чтобы он домики свиные не сломал. Главное, чтобы он с энтами дрался. Свиных жоп собрали хоть сколько-то? Походу нет, да? Замечательно. Да ладно, ни одной свиной... Ну, видишь, в прошлый раз 3 из 4, а сейчас ни одной из 4, правильно? Ни одной из 4. Так, ну у нас 3 энта хотя бы есть, отлично. Я надеюсь, их будет достаточно для битвы с этим... Козлом. Дальше давай. Шишки куда? Ну, шишки нам пока что не нужны. О, не... тем более тут есть какого-то хрена. Сбрось. Дальше мясо убираем сюда. Вот это убираем вот сюда даже. Хорошо. Чуть-чуть нагреем еще камень. Нужна печка, конечно. Нужна. Но все равно мы сможем ей воспользоваться... Точнее, сможем муху победить только, исключительно. А как надо синий телепорт, да? Дойти до синего хотя бы, ладно. Только весной хотя бы, минимум. Потому что зимой, я не понимаю, от личинок, конечно, будет нагрев, но не так много. Нам нужна будет либо шапка, либо что? Чтобы держать постоянно температуру высокую. У нас как бы не так, чтобы прям постоянно были эти, правильно? Гончие, что ли? Блин. Нам еще надо с этим подраться. Точно будет сейчас с моржом. Гончие, вот оно, что. Может, на птицу они сагрятся? Гончие, не? Гончие лают. Да, я понимаю, пускай идут. Блин, мы пока двигаться не можем. Я хочу, чтобы... Вон, гончие, я уже вижу. Ай-яй-яй, это было плохо. Да, на птицу согрелась, это хорошо. Честера не убили? О, Честера вообще урон не идет, замечательно. О, вы еще атаковать будете. Отлично. Замечательно, вообще шикарно все вышло. Вообще идеально, просто идеально. И птица нам союзником побыла. Мочи ее.
Откуда она вообще взялась сейчас? Так, успокойся, чтобы ты с птицей не пошла драться, у тебя и так здоровья мало. Блин, тебе еще с моржом драться, у тебя здоровья нет. Вот и что ты скажешь свое оправдание? Давай клыки, а у нас все место почти занято, зашибись. Давай в тебя пока что уберем один топор. Вот и что в тебя можно, давай синий алмаз уберем. Ну и все, походу. А, еще вот это можно убрать, клыки пока что тоже. Ну все, пока что пошли дальше. Блин, от безделушек вообще никак нельзя избавиться от этих вот проклятых. Плохо. А бананы, походу, я не помню просто, а где они были, кроме как подземелья. Я только там помню, все. Так, мне нужен фонарь. Срочно, Честер, давай фонарька. Он сейчас вместо каски понадобится, чтобы шапку не снимать. Хорошо, побежали, побежали. Во, синюю червоточину сразу перепрыгнем. Там мы сможем, во-первых, испугать этих оленей, чтобы они ключ мне дали от сундука с подарком. И потом... А, с боссом, а как мы так подеремся? Я ни брони не взял, не знаю даже, как с ним драться. Что это за босс такой? И где олени? Да, они мне сказали, перемещаться будут. А как далеко вообще? Они все еще на этой локации или... Не вижу, не вижу, не вижу. Олени, олени, олени. Да и подарочек тут должен быть тоже. Тут и олени, и подарок должен быть. Он, подарок будет либо здесь, либо на шахматной такой локации. Ну, как мне сказали. Но я не вижу ни тут, ни там. Хотя, может, и найдем, но подарок, я так понимаю, это довольно-таки не тот предмет, который легко найти будет. Его прям надо будет напрячься, чтобы босса найти. Можем пока что с боссом из Террарии подраться. Я не знаю, какой он, насколько он сильный будет. Но понимаешь, сейчас я не хочу ни с какими боссами драться, чтобы у меня просто броня была на муху. Потому что на муху надо будет очень много брони. Так, это алтарь, допустим. Ну и где? Ну да, с чего я взял, что подарочек прям легко так будет найти. Но проблема в том, что и оленей этих нет, понимаешь? И морж нам нужен, кстати, тоже. Да, что-то я ни оленей, ни подарочка не вижу. А через карту так оно не просматривается, да? Где олени? Не показывается. Плохо. Пошли тогда к моржу. Эбигейл должна с моржом еще подраться. Так, у нас и морж, где он был? А, вот он, кстати, мы рядом с ним, вообще отлично. Потом с этими свинями тоже надо будет драться. Почему? Потому что нам нужны свиные жопки, чтобы сделать очень много брони. А у Бигейла мало, конечно. Здоровья мало. Надо, знаешь, что сделать? Забор каменный вокруг дома вот этого вот. Чтобы он не убегал, моржа. Хорошая идея? Хорошая, идеально, вообще великолепная. Чтобы он вообще от нас не убегал никуда, никогда, никак. Так, а у нас может температуры не хватить, да? Давай пока костер сделаем, согреемся. И до утра подождем заодно. Блин, как-то близко поставил, сейчас загореться может случайно. Не надо гореть, пожалуйста. Мы ж маленький костер разожгли. Маленький не должен, по идее, поджечь прям все. Я надеюсь. Так, Эбигейл, давай тебя сделаем злой пока что. 360 здоровья. Ну, конечно, маловато у тебя здоровья. Вот, морж. Эби. Тут еще и гончие они охраняют, я так понимаю. Слушай, а ты что здесь? Видал, Эбигейл, как я тебе помог? Хотя помогать ты мне должна, а не я тебя. Так, мне должны шапку дать, которая либо бесконечный рассудок делает, либо... Ну не дают мне эту шапку, видишь, сколько раз я уже победил. Может, это с мини-моржика выпадет. Хорошо. Отлично, просто хлебало разнесло, ты видел? Эбигейл просто хлебало вынесло этой сучки. Ну правильно, собака это штучка, правильно, все. А давай вот так. Че, еще у нас есть что-нибудь? Да, все, побежали так.
Нормально, все, успокойся. Хотя нет, не успокаивайся, тебе еще со свиньями драться. А я пока вот так, ладно, аптечку возьму. Ничего страшного, там гниль потом сожгу, сделаю еще аптечек. Так, не-не-не, с пауком главное, не начни драться. Так, бежим. А куда нам надо? К свиньям, да? А где у нас свиньи? Они чуть-чуть выше, хорошо, идем к свиньям. По температуре у нас пока что сойдет, хотя сейчас начнем, конечно, остывать. Но у нас есть шапка, так что нормально, должны продержаться какое-то время. Эбигейл у нас злая, хорошо, и возьмем мясную биту. Все, давай. Эбби, побыстрее, давай. Нам нужно свиных жопок, очень много, нам нужно шлема сделать. Давай, Эбигейл, давай. Я тебе помогаю, давай. Оп. Да, блядь, Честер, не мешай. Я помогаю, Честер мешает. Как вас тут много? Вы убили... Опа. Ох, нихера себе, не-не-не, все, хватит. Как вы так смогли ее убить? Ну, хотя бы две свиные жопы получили. Правильно, ну и все, я думаю, пока что хватит. Хотя, вас можно сагрить, наверное... Ага, то есть вы через какое-то время забиваете на меня, да? Пора домой? Не, какой домой? Слышь, ты хитрожопый самый. Идите, там энд был. Давайте. Домой. То есть вы реально забиваете спустя какое-то время на меня, да? Понятно, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Эбигейл, конечно, жалко. А что ж ты так быстро-то умираешь каждый раз? Ладно, мы хотя бы пару свиных жоп получили, две штуки, ну хотя бы столько. Нам нужно сколько шлемов? Раз, два... Сейчас надо будет в целом посчитать, сколько нам нужно шлемов. Нам и нужно понять, какие нам обязательные вещи нужны будут против босса. А вот это что? А, червоточина синяя. Какие нам обязательные нужны будут предметы против мухи? Во-первых, это бигел. Раз. Аптечки. Два. Молот. Три. Стенка. Четыре. Одна мраморная броня в запасе. Остальные будем их класть на пол. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нужно шлемов будет. О, у нас как раз хватает. Но зимой идти плохой вариант. Хотя, если кострище на максимум разжечь... Вон сколько горит кострище? Пару дней хватит нам на битву с боссом? Я вот не уверен просто. Я просто, ну, сомневаюсь, что хватит на битву с боссом. Ну, фиг его знает. Вообще не уверен. Может, сейчас реально с мухой подраться? А хотя зима уже почти на середине. Зима у нас очень короткая. Зима у нас очень короткая. Мы сейчас уже будем драться с циклопом. Ну ладно, пока... Да нет, подожди. С циклопом, ладно. Тогда весной все-таки подерюсь. После дождя прям идеальный момент будет. Так, мясо мы закидываем вот сюда. Тем более нужно будет свежую мясную биту сделать. Куда вот этих у нас нет. Хотя вот это давай соберем. Вот так вот соберем. Ягоды соберем. Че, нет места, серьезно? Так, вот эту надо выкинуть. Не падает, ну видишь, просто не хочет падать с маржаном шапка какая-то там. Так, тут ничего, вот здесь у нас должно быть. Так, возьмем мясо. Блять, задрали, ну чё, ну, ёб твою мать, ну давай, гниль, хорошо, закинули сюда. Дальше, что у нас еще тут может быть лишнего считаться? Свиные жопы, убираем, 12 штук уже должно быть, правильно? Сколько там? 12 штук, хорошо, сойдет. Давай вот так. Хорошо, льда давай возьмем. Нет, и яйца пока что возьмем. Яйца. Все, давай вот так вот. Казан. Одно мясо. Раз, два, три. Одно мясо. Раз, два, три. Все, и теперь лед наконец-то можно спокойно взять. Лед берем. Одно мясо, раз, два, три. Ой, как давно я рук этих уже не видел. А, вот я и увидел, где основание, кстати, у этой руки. Да ты чё, так нечестно. Так, отходим дальше, готовим. Так.
Что там у вас? 19 дней еще нормально. Так, ставим мясо, ягода, раз, два льда. Еще мясо, лед. Вот сейчас мы тефтелек, конечно, и наделаем нормальное количество. И надеюсь, до конца зимы нам хватит вот этих вот, которые у нас будут лежать. Аптечки нужны, конечно, надо зимой, наверное, поспать, да? Ночью. Чтобы здоровье восстановить. Пока нам есть с кем сейчас драться. Пока, по-моему, нет. Давай, так, так, так. Так что здоровьем пока что с таким можно будет побегать. А уже следующей ночью поспим. Угу. На какой день должен прийти... Зима сколько длится? 15 дней, да? Значит, на 7-8 где-то день должен прийти циклоп. Хотя он к концу ближе подходит. Блин. Да нет, куда-то убрал. Так, 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 так. Посмотрим, короче, как с этим выйдет. Давай льда пока побегаем, пособираем. Ой, тем более сейчас намного удобнее будет лед себе. А, Эбигейл. Надо будет с птицами сейчас драться. Эбигейл сейчас отхватит точно. У нее нет здоровья на первого сейчас уровня. Ладно, стекло сказали делать. Но это мы остров еще этот не нашли. Для бабки мы не нашли соляные острова. Да, мы пока ничего не нашли по факту. И в подземелье пока что тоже не можем идти, да? Шикарно. Где же бананы были? Неужели только в подземелье и все? Неужели не на острове? Может, на острове бабки хотя бы есть? По-моему, нет. Хотя вот этот странный... Не знаю. Надеюсь, остров бабки, и там хотя бы будут бананы. Если нет, это получается только в подземелье, а это слишком жирно идти. Хотя мы нашли один довольно-таки одно довольно-таки близкое место, правильно? Можешь сбегать чисто за бананом одним. Но это придется плыть только ради одной проклятой вещи. А как мы будем, кстати, с ней драться? Нет. И я не буду выкидывать его в конце концов. То есть реально никак не избавиться. То есть вообще никак, да? Только... Но мы не сможем драться с мухой, пока у нас это в руках хрень. Блин, к пиратам плыть, что ли? Но нам и Бигейл тоже нужно от третьего уровня, чтобы к пиратам плыть, потому что с ними драться придется. Кстати, броню одну всегда нужно будет с собой иметь, мраморную. Поэтому давай найдем ее где-нибудь. В том рюкзаке, конечно, есть, но ту лучше пока не будем брать. Где мраморная броня? У нас же должна быть в этих сундуках хоть одна. Правильно. Хоть одна. Кстати, назад, назад, назад нам нужно зашить шапку. Хорошо. Здесь у нас чего? Мраморная броня нужна хотя бы одна штучка, и все. Неужели в свободной ни одной нет? Да ладно. Во, отлично. Есть, хорошо. Это на всякий случай. Пускай лучше будем иметь с собой мраморную броню хотя бы одну. Так, свиньи там еще не восстановились, да? Зато энты есть. Хорошо, мы поведем циклоп оленя драться с энтами. Да, но эти два маленькие, третий, конечно, далековато. Ну ладно. Дальше что там? Пауки, ой-ой-ой. Коконы пауков нормально, пускай будут. Они нам пока что не нужны. Во! А что из них яйца из них выпадают, да? Но Эбигейл все равно первого уровня. Пока не стоит к ним идти. А вот пока что добыть мраморную броню мы можем. Во! Мрамора добыть, точнее. Все, и пока что она будет добывать, но правда добывает она долго. Ну ладно, пускай добывает пока. Мы подумаем, что мы можем сейчас еще сделать, правильно? Так, в первую очередь, нужно будет дождаться циклопа оленя, нужно будет с моржом подраться, чтобы выпала шапка. Мне говорят, делай оружие получше, но где? Чтобы сделать получше, например, стеклянную, нужно найти стекло. Ты видел, я сейчас проплыл, ну, согласись, довольно-таки много. Ну, смотри. Вот, довольно-таки большое расстояние. Даже нашел пиратов, но не нашел, где находится, собственно, это стекло. Так что, видишь? Дальше, как мы еще можем продвинуться? Санта-Клауса найти босса, но я что-то не нашел, побегал пока штановому. Опа, ты что, кирку... Серьезно, кирку сломала. Ой, бегел второго уровня, отлично. Давай быстренько собирай. Так, сейчас мы вернемся, подождите, сколько там, через сколько? Через 40 минут, хорошо, исчезнет, нормально. Сейчас надо еще одну броню сделать. Так, у нас маловато уже... Золото, мне кажется, становится. Надо у свиньи, этого короля, еще подобывать золото.
Так, бежим, 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 потому что вручную добывать это долго, конечно. Лучше через короля свиней. Так, здесь у нас золото было, правильно? Нет, вот здесь. Да ты чё? Хорошо. Золотая кирка, наверное, даже две, потому что золотая кирка очень сильно тратится на мраморе. Очень сильно. Серьезно, веточек не хватает. 22, сойдет. Так, две мраморные кирки. Как так? На! Ладно, сейчас придумаем, что делать, вместо чего можно. Вот, конечно, плохо проклятие. Вот с проклятием, что мне серьезно делать? Мне нужно сейчас идти за одним бананом и плыть прям к королю обезьян. Довольно-таки долго. И плыть к нему лучше ночью. Ночью нам никто не мешает. Как ты видишь. Давай пока кирку бросим здесь. И это пока добудем вот так. Стой, возьми кирку. Все, и вот так вот добывай пока. Смотри, довольно-таки быстро. Почти по проценту. Да, почти всегда по проценту. И только иногда полпроцент тратится на мрамор. Ну ладно, нам все равно мрамора надо много, правильно? Чтобы мраморной брони понаделать. Не знаю, столько мраморной брони хватит или нет. Сколько, по 40 минут реального времени, а у нас весна скоро. Ну, один цикл еще мраморных деревьев, я думаю, подождем, правильно? И будем уже делать кучу мраморных броней. И побежим, отнесем туда, их положим. Смотри, походу кирка не успеет закончиться, правильно? Придется в Честер убирать. Так, там паук приполз. А что они так далеко отползают от своего дома? Что за наглёшь? У тебя 300 здоровья, но все равно маловато. Они все дальше и дальше отползают. Ты смотри, от дома своего. Эбигейл. Мочи их. А, пауки тебе не могут урона наносить. Правильно. Ну и хорошо. О, отлично. Мы как раз и яиц с них соберем. Правильно. Все, добила их. А, нет, еще не всех, да? Ну давай еще. Нет, 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 смотри, они мясо едят. Надеюсь, яйца не съедят хотя бы. Давай, топор пока уберем. Это заберем. И пока уберем, что в тебе еще. Задрали. Где каска? Где каска? Вот она. Хотя нет. Лучше так. Так, давай кирку возьмем. Тоже в тебя положим. Хотя еще можно будет положить сейчас, я не знаю что, лопату давай положим. А мы пока пособираем яйца и паутину. Ну тоже лишним не будет паутина, хотя она нам сейчас не нужна в таком количестве, правильно. Так, давай-ка сделаем еще бобов из всей брони, что мы сейчас, из всего мрамора, что мы сейчас добыли. И это будет огромное количество мраморных деревьев, но последний, перед мухой. Мы вот эти вот 30... А плюс там сколько у нас было бобов. Мы это все перед весной соберем, правильно? И пойдем уже на муху. Я думаю, ну 30 брони мраморные. Ну должно хватить. Ну должно, я надеюсь, хватить. Потому что ты видел, там не сказать, что прям сильно вроде как от меня зависит. Ты просто стоишь и бьешь ее, стоишь и бьешь, стоишь и бьешь. Там как бы ты не особо там много чего можешь поделать. А подбежать, ударить, убежать, но это огненные тогда эти слизняки будут мешать. 40. Ну, 40... А, это не 40 мраморных броней, правильно? Это 40 только бобов, а из них сколько еще будет? Да, вот, конечно, такойся. Так, так нечестно, замерзать я не могу. Не имеете права, слышишь, у меня шапка. А ты можешь не оббегать такую большую территорию? Тебя не так, чтобы прям сильно мешает остальное. Побыстрее сажай, быстрее, 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 25. Да, вручную я бы дольше сажал, но... Быстрее, 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 быстрее. 2 градуса. Ну, надеюсь, успеет. Хотя, что-то я уже в этом сомневаюсь. Сейчас с фонарем надо будет бежать домой еще, да? А не с палкой, выручалкой. Так, быстренько бежим, бежим, бежим. Главное, до дорожки добежать. Все, по дорожке мы чуть-чуть быстрее двигаемся. Сколько? 0 градусов, все, замерзать начали плохо. Но нам фонарь пока что нужен. Здоровье, ладно, мы сейчас ляжем спать просто. И у нас здоровье все пополнится, поэтому насчет него не стоит переживать. Сколько? 16? Нас... Ай, блядь, ночь уже почти закончилась. Ладно, она идет относительно долго. Блядь, да пробегай давай.
Ну, здоровье все равно падает, слышишь, с чего вдруг? Угу, потому что температура была минус. У нас еще и температура по чуть-чуть поднимается, замечательно. Но ночь уже почти закончилась, это плохо. Но зато здоровье, смотри, сколько мы за, даже за кусочек ночи восстановили, уже 37. До 50 дойдем хотя бы, чуть сомневаюсь. Ровно от 53 такой, да. Не. О, 56. Ну это много довольно-таки. Давай так. А, нет, убери фонарь, не надо тратить его просто так. Так, что нам еще нужно? Тефтельки у нас есть, давай поедим. Так, а мрамора мы посадили. Там правильно, яйца убираем вот так. Надо будет еще аптечек сделать. А хотя что, мы убираем яйца, если нам аптечки сейчас надо будет делать. Давай еще соберем вот так яиц. Че, лишнее можно выкинуть. Мясная бита мне пока что не нужна. Давай уберем ее. Эбигейл, угомонись. Так, паутина нам точно сейчас тоже не нужна. Так, где еще яйца у нас были? Где-то они точно... Опа, стоять. Вон там были. Ну, открывай. Так, вот. Где еще? Нам еще что нужен? Пепел, правильно. Так, гниль тоже нужна. Мы ее сожжем, чтобы получить пепла. Где-то еще гниль была. Так, это все не то. Вот, гниль еще... Сколько веточки. Давай тогда уберем в тебя, Честер. Так, хорошо, в тебе всякий хлам. Ага, в тебе всякий хлам. Выкидываем вот так. Дальше у тебя что еще есть? Клыки. Клыки вот сюда закидываем. А дальше что? Да ладно. Ладно, я понял вас. Вот так уберем. Дальше, что нам нужно для аптечек? Аптечки, вот они. Пепел. А, ну и все, да? А вот факел как раз таки и нужен, ветки. Вот поэтому я и думал, не стоит убирать. Давай ветки с... А, мы вот так можем создать. Вот так отойдем немножко. Гниль, закройся. Вот так вот скинем. Ай, да ну не надо. Ой, термальный камень хотя бы нагреется. Да блять. Какое расстояние держать надо. Ага, вот так вот делаем. Оп. Отходим. Пускай немного. Давай, давай, давай восстанавливать. Можно, наверное, было три гнили сразу сделать, но лучше не надо. Мало ли что будет. Так, ну хорошо, у нас хотя бы пепла будет 300, и мы сможем много брони сделать. О, Бигел восстановилась, это хорошо. Так, теперь давай делаем аптечки. Сердечко. Вот. Делай. А это камни, да, показываются? Ну ладно. Камни нам пока что не нужны. Надо побольше аптечек сделать, она всегда пригодится. Правильно, аптечка. Давай быстренько делаем побольше. Блин, уже опять спать почти надо. Угу, давай еще собирай, собирай, собирай. Яиц у нас паучьих очень много, очень много. Угу. Хотя они тоже уже почти закончились. Так что это не так уж и много. Давай вот так уберем, чтобы она мне не мешала. А, с бананами что нам делать? Так, вот здесь, да? Камни, нет, стоп. Вот тут. Все, делаем. Блин, в первую очередь тарать то, что у меня в руках. Ты что, ты зачем оттуда берешь камни? Так, давай даже вот так вот сделаем. Оп, чтобы у нас стак был целый. А вот теперь можешь что угодно тратить. Угу. Все, нормально. Ну, столько аптечек нам должно хватить, правильно? Правда, это, конечно, мало восстанавливает. Бинты, наверное, получше будут. Но там нужен камыш. Камыш это прям сильно жирно. Сильно жирно. О, два стака аптечек даже. Отлично. Но пока с боссом не сражаемся, можем один стак поносить, а потом второй будем носить. Правильно, когда к боссу пойдем, уже 40 аптечек возьмем. Ну, 40 аптечек, столько мраморной брони и шлемов. Мы должны, просто обязаны будем его разнести. Давай пока аптечки эти уберем. А дальше вот эти аптечки поставим. Что-то еще у нас есть такое важное, необходимое. Пепел надо убрать пока. А у нас яйца закончились по большей части, да? Пошли тогда еще сагрим пауков, чтобы Бигейл с ними расправилась. А сейчас ночь уже. О, да ты шо, попалась, ты сотри. Так, ну ягоды давай соберем. Пригодится сейчас для тефтелей. Тоже лишним не будет. А сейчас уже ночь настанет, это плохо. Нет, давай-ка мы тебя погоним. На ловушке. А чё она не исчезла, слышишь?
Она же тут, мы знаем, что она тут. Понятно, то есть она вот так вот подло будет прятаться. То есть клыкастые ловушки надо только между кустами делать. Но они же откуда-то тут появляются, или они сразу спавнятся в кустах? Просто если они снаружи забегают, было бы отлично. Мы бы тогда их ловушками ловили. Но нет, они, походу, не снаружи бегут. Плохо. Просто среди кустов мы мясо не увидим от них. Да и не увидим, какие ловушки как бы сработали, понимаешь? Угу. Ягоды нам все равно нужны, ты понимаешь, да, для тефтелей? Все? Еще не... А, вот здесь пару кустов. Так, и пауков надо согреть на Эбигейл. Давай, ты пока разозлишься. Все, пошли вон туда, там были пауки. Сейчас ты с ними немножко подерешься, нам нужны еще яйца для будущих аптечек. А то ты видишь, как мало в итоге осталось, совсем мало. Надеюсь, там не будет мать пауков. Не-не-не, Эбигейл, сюда, чтобы подальше было, вот сюда вот иди. Вот здесь, вот сюда пускай бегут все пауки. Все, отлично. Да, укусами пауки урона вообще не наносят, Эбигейл. Они наносят только ударом. И все. Да, ну, то есть, только прыжком. Все, только прыжком они наносят урон ей. А так вообще ни о чем. Так, ну яиц, конечно, мало собрали. Маловато, надо почаще к паукам заходить. Все, пошли обратно, теперь успокойся. Мясо мы уберем сейчас в холодильник. Тут удобрениями тоже надо будет, конечно, удобрить, но пока нам это не надо. Мясо убираем. Сейчас у нас, по-моему, оно тут лежало, правильно? Где-то. Видимо, нет. Так, яйца. Пчелиную маску нам нужно сделать. Так, в броне, правильно? Вот оно. Так, куда? Веревка давай сделаем. И паутины надо больше. Паутины у нас где-то были, чтобы мед добывать. Все, давай сделаем. Хорошо. Так, давай паутину куда-нибудь уберем. Сюда хватит? Хватит, отлично. Что там еще, по-моему, веревки? Но нет, веревки у нас сейчас не в руках. Так что пошли мед собирать. Надеюсь, они успели меда сделать нам. А где, подожди, где сот у нас? Куда мы их дели вообще? Так, свиной дом, здесь это, по-моему, вот оно, вижу, все вижу. Хорошо, потому что я помню, примерно в этой стороне мы делали, а где прям точно, уже не вспомню. Так, ну у нас камень остыл. Хотя зимой мы, наверное, просто так можем забирать мед или нет. Да, вообще вы не там влезли, конечно. Да, зимой мы можем просто собирать. Хорошо, зимой пчелы спят, замечательно. По 5 меда. Маловато, конечно. Ну дайте про... Ой, блядь, вы разлеглись, конечно, именно здесь. Молодцы. Так, а лепестки, то, что мы собрали, это, конечно, зря. Ладно, побежали обратненько. Быстренько-быстренько бежим. Да, возьми в руку. Быстрее бежим. Надо мед в холодильник убрать. Еще и костер надо разжечь. Где у нас бревна были? Были. Так, не туда пошел. Не туда. Температура уже падает. Подожди, не падай сильно. Вот, в костер. Фух. Покидаем дров. Жаль, не... Кстати, а можно же вот здесь вот его бросить, чтобы нагревался пока что, да? Да, отлично. Чтобы мы просто не стояли возле костра все время. Нам это не надо. Так, убрали так. Потом конфетки мне сказали делать. Как там, мед плюс ягоды или как-то так оно? И риски, по-моему. Два меда и две ягодки. Нет, это не то. Два меда, два льда. Три меда и одна ягодка. Вот, три меда и одна ягодка. И риска. Она портится? Наверняка портится, пока что не будем делать. Она пока нам не надо. Так, вот так закинули, хорошо. Камень 38 градусов. Хорошо, пусть нагревается. По-моему, он так даже быстрее нагревается. 39 градусов максимум может нагреться. Хорошо. Не, 40. Так, все, нам еще что-то нужно. Ну, пока что давай остановимся. Там уже посмотрим, что еще можно сделать. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Все ссылки в описании. И скоро увидимся.